В минувшие выходные в актовом зале электротехнологического техникума прошел ежегодный районный конкурс «ЮНГ. Алые паруса». Продемонстрировать все свои знания в области морского дела собрались учащиеся начальных классов школ города и района. На протяжении 17 лет в Центре детского и юношеского технического творчества существует клуб юных моряков «Фрегат». Его создатели – ветераны-моряки из Славянского районного отделения Российского морского собрания. В клубе фрегатовцы изучают героическое прошлое российского флота, знакомятся с морскими традициями, применяют полученные знания на практике, участвуют в шлюпочных походах по рекам и морям Кубани. Начали придумывать, как действовать дальше, в каких соревнованиях участвовать, что делать. И тогда две учительницы из школы номер 5, Татарко Флюза Ахмедовна и Валентина Михайловна Селиванова, предложили, давайте будем проводить конкурс типа клуба веселых и находчивых, но только на морскую тематику. Вот мы и решили в 2000 году первый раз, в апреле месяце, провести первый конкурс. Главная задача конкурса «ЮНГ» – популяризировать среди молодежи профессию моряка, привить любовь к морскому делу, пропагандировать обучение в вузах для дальнейшего служения на гражданском флоте, воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма. Славянский район находится между двух морей – это Черное море, Азовское море, поэтому морская промышленность у нас очень хорошо развита. И постоянно требуются новые кадры, которые могут работать на нашем российском флоте. И как раз это помогает, вот такие конкурсы помогают, чтобы дети могли выбрать этим свою специальность. Всего в конкурсе приняло участие 14 команд из школ города и района. К состязанию ребята начали готовиться заранее. Они представили свои работы на выставке, которая открылась перед началом соревнований. На ней можно было увидеть ручные работы, корабли, бригантины, а также рисунки на морскую тематику. В рамках конкурса юные моряки представили свои команды и презентовали музыкальный номер. Поборолись в конкурсе вязания морских узлов и перетягивания каната. Первое место в конкурсе заняла команда 5-й школы «Алые паруса». На втором месте оказалась команда 16-й школы «ГАЛС». Третье место разделили две команды – школа номер 18 «Фрегат» и первого лицея команда «Виктория». Все конкурсанты получили право стать членами клуба юных моряков «Фрегат», а также сладкие призы. А победители – кубок, памятные подарки и почетные грамоты. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».